Всем привет, с вами Елена Смирнова. Как всегда, продолжаю делиться с вами информацией и продолжаю я мониторить проект RevSite Time. Значит, я войду в кабинет, ввожу капчу, да. Буду покупать AD-пакет. Значит, те, кто без вложений смотрит денежные ссылки, значит, про бонусы я не знаю, куда они пойдут, если честно. Это все потом. Значит, ну а для тех, кто захочет как бы купить AD-пакет, нужно сначала купить членство. Значит, давайте перейдем в группу ВКонтакте. Нажимаем, попадаем в группу ВКонтакт. Есть там и на Facebook, кому как удобней. Значит, опускаемся чуть ниже. И здесь что? Смотрите, показать полностью. Пакет старт. Тут я буду за $1. Это недорого. $1. Во всяком разе для меня. Доход в день 2,20%. Закрытие позиций 50 дней. И дальше по нарастающей здесь почитаете. Так, я вернусь кабинет, но пока мы членство не купим, нам не дадут купить AD-пакет. Значит, нажимаю купить членство на зеленую вкладочку. И нам предлагают что? Значит, за 8,99, $2,99, $1,29 и простое членство за 0,49. Естественно, я буду покупать, ну, грубо говоря, 50 центов. Так, нажимаю купить. Делаю все в режиме онлайн. Если что не так, прошу заранее прощения. Так, ну что у нас здесь? Значит, простое членство. Цена 0,49. Как бы вы хотели заплатить остаток денежных процессора. Так. Давайте пока на оригинал. Так, кэш-баланс это нет. Значит, нам нужен процессор. Это мы будем платить непосредственно из кошелька. Я указывала пэйр. Так, 0,49. Комиссия. Так, ну, как я говорила, 50 центов. Значит, ставим сюда галочку. Так, Пушаза, бэк. Так. Ну, наверное, сюда. Так. Что-то. А, бак, я, наверное, закрыла. Кэш-баланс сюда. Пэйр. Я говорила, делаю в режиме онлайн. Не допускайте ошибок, если вам это пригодится. Так, галочку. Так, 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 вроде как все. Павер. Ага. Перебрасывает на платежную систему и далее по схеме. Так, оплата прошла успешно. Спасибо за ваш платеж. Значит, я возвращаюсь опять в кабинет. Членство я приобрела. 50 центов. В рублях это 35 рублей. У меня ушло. А теперь уже покупаю AD-пакет. Нажимаю купить AD-пакет. И прежде чем купить AD-пакет, нужно просмотреть три объявления. Так. Смотрите, нажимаем. Нас перебрасывает на страничку. И мы просматриваем рекламку. Спасибо за просмотр. Так, вернуться. Просматриваем фото. Циферка 1. Сейчас я еще два просмотрю. Я просмотрела три объявления. Теперь на оранжевую кнопочку. Покупка.
И нам предлагают, значит, $10, $25, $50, $100 и за $1. Я за $1 нажимаю купить. И что у нас здесь? Здесь у нас, что мы будем здесь иметь с этого пакета? Так, заработок зачисляется на ваш счет моментально. Добавлен на баланс покупки 50%. Но это тут все же как бы прочтете, так? Что нам тут как бы, какие плюшки дают? Далее опять. Мы что здесь выбираем? Так, остаток денежных средств, процессор. Вот процессор, наверное. Показать оригинал. Ага, кэш-баланс. Нам надо процессор. Нажимаем сюда. Так как у нас на балансе еще нет ничего. Так. Кэш-баланс. Так. Что нужно сделать? Давайте-ка переведем опять сейчас на русский. Потом поставим оригинал. Так, этот нам поставлен процессор. Введите количество акций, которые вы хотите приобрести. Один. Так, мы за $1. Сумма $1 США. Так, 2,50 комиссия. Итоговая сумма. Так. Payer. Так. Чуть у меня показать оригинал. Процессор. Payer $1. Капчу. Цифра 3. Нажимаю сюда. Галочку. И нажимаю купить. Загорелось зелено. Опять меня перебрасывает на платежную систему. Так, я купила. Оплата прошла успешно. Спасибо за ваш платеж. Значит, что здесь? Давайте проверим теперь финансы. Так, покупка до пакета. История заработка, история платежей. Значит, смотрите, вот я купила членство. И я купила... Здесь все отображается, как бы, да? За $1 как бы все завершено. Так. Теперь, что нужно сделать? Чтобы нам начислялись денежки, нам нужно ежедневно просматривать 10 рекламок. Значит... Так, значит, чтобы нам шли начисления, нам делать квалификацию. Вот нажимаем квалификационные объявления. Вот эти 10 рекламок нам нужно будет в день просматривать. Так. Вот. Давайте одну посмотрим. Сейчас у нас опять переправит. Видео, конечно, у меня затянулось. Но... И в браузерной строке идет отсчет времени. Не здесь, как бы, да, а в браузерной строке. Сейчас время отсчет 5, 4. Так, все. Я просмотрела одну рекламку. И нужно вот таких 10 штук вот этих просмотреть. Ну что, в принципе, пока на этом все. Видео затянулось, как я сказала еще в прошлом видео, вот ваша партнерская ссылочка. Хотите с вложениями, хотите без вложения на просмотрах рекламки. Буду продолжать опять мониторить. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.